женщинам. Всем посвящается следующая зарисовка, которая тоже привезена из одного из путешествий, но уже по нашей родной Украине. Как тонкие в нашем мире параллели. Царица Феодора из Кастели, красавица Илона в Паланке, любовь, коварность, меч в женской руке. Как схожи эти судьбы на земле. Луч света им светил в коварной мгле, а в душах их горел огонь любви. И если бы могли, то помогли друг другу выжить в мире непростом, спасти свой дом от порчи, а потом, потом стать памятью для нас. Через века наступит все же час, и вот потомки, вспомнив вас, вам принесут цветы. Мосты опустят в ваших замках, и кресты путь осветят для тех, кто жаждет мира чистоты. Шуршит песок из складки старых стен. Часы песочные давно считают время. Но ты стоишь, превозмогая тлен. Чего-то ждешь еще, во что-то веря. Быть может, вот раздастся у крыльца знакомый топот конский, вспыхнут свечи. Дверь распахнется, два родных лица. Ворвутся внутрь, какой чудесный вечер. Хозяин и хозяйка за столом. Уже несут с вином два кубка слуги. И пляшут тени факелов кругом. И в окнах виден свет на радость всей округи. О, старый добрый замок, помнишь ты? Чудесных дней волшебные мгновенья. Но все шуршат песочные часы. И ты, увы, уже не остановишь время. Песочные часы. И ты, увы, уже не остановишь время. Большое спасибо.
рад был вам представить маленький кусочек вот этой моей коллекции романтической.